Душевная боль Игоря Крутого. Я не могу забыть бывшую жену. Знаменитому композитору пришлось вспомнить неприятные подробности прошлого. После болезненного расставания он старался предостерегать своих детей от ошибок. Лера Кудрявцева вынудила отвечать Игоря Крутого на неудобные вопросы. 4 сентября на канале НТВ стартует провокационное игровое шоу «Секретный миллион». Ведущей новой программы стала Лера Кудрявцева. Первым героем, который рискнул расстаться со своими секретами, стал знаменитый композитор Игорь Крутой. Сначала музыкант отвечал на простые вопросы телеведущей. Он вспомнил о многом: какие цветы подарил теще при знакомстве, как звали его первую любовь, какую музыку играл на супердискотеках в школе. Но когда ведущая задала вопрос на 90 тысяч рублей, он изменился в лице, ведь речь зашла о неудачном первом браке композитора. Игорю Крутому пришлось рассказать сенсационные подробности о болезненном разрыве со своей первой женой Еленой. «Я ее очень любил», – признался композитор, – «она меня нет». Однако мама Крутого, стоя за кулисами, сообщила, что это была не единственная причина краха семейной жизни. «Денег у него не было, вот она и ушла», – рассказала Светлана Семеновна.